Я всегда готов. Буря на Волге началась уже на пресс-конференции. Встретившись face-to-face, хедлайнеры предстоящего турнира Максим Щербаков, известный в интернет-пространстве как Макс Топор, и Денис Вильданов по прозвищу Большой Папа, не смогли сдержать эмоций. В пятницу главным боем будет бой Макс Топор и Денис Вильданов. Что это объединяет? Объединяет мотивация. Одно я вам скажу, эти люди будут это делать с очень завидной искренностью. Помимо основного боя, на турнире будет еще три поединка. Эдгар Гукасян даже демонстративно забрал чемпионский пояс у своего соперника Рикардо Вилабы, намекая на свою будущую победу. Долго простоял у тебя, друг мой? Спросите, неужели Рикардо так же просто собирается отдать его в поединке? На ринг в эту пятницу выйдет и наш самарский боксер Тимур Слащинин. Он сразится с камерунцем Тайсоном Дижоном. И в этом бое поддержка земляков важна как никогда. Выбрана была самарская земля не случайно, потому что интерес к этому виду спорта огромный. В Самарской области бокс сюда придут на соревнования не только как на шоу, а будут обязательно смотреть с профессиональной точки зрения, потому что, наверное, нет мальчишки, который потом вырос когда-то в Куйбышевской области, в Самарской области, который хоть месяц не занимался, не ходил, не занимался боксом. Нам будет приятно посмотреть это. И мне кажется, что вот этот турнир, который планируется к проведению, привлечет мальчишек в секции бокса. И самарских мальчишек бокс действительно уже привлекает. К примеру, Артем, участник акции «Елка желаний», мечтает выходить на профессиональный ринг. А в письме у Деда Мороза попросил боксерскую форму. Желание маленького мальчика исполнил министр спорта Самарской области. Никита Галочкин, Сергей Сергеев, Дмитрий Столяров. Новости губернии.